Здорово всем, ребята, с вами Рязан, Revolution, I'm sorry, и мы продолжаем играть в Антер, побежали. Убегай! Убегай, дурак! Дай пушку, я их ушатаю, Да не, у меня всего два патрона. Дай не пушку эту, бейсбольную биту, выкинь ее. Ребята, несу пушку. Отбегай, отбегай, я сейчас сагрюсь. Несу пушку, я нашел Хольт. Идите ко мне, идите ко мне, родные. Тебе не хватит патрон, ты не знаешь. Все, я их переагрил. Все, иди сюда, я брошу тебе биту. Бросай. Кстати, смотрите, что я сейчас одену. Опа, морячок. Отходи, ребят. Опа, смотри, вот биту бери. Отойди. Выходи в городок. А, вон Революшена вижу, иди к нам. Я к вам друзей веду, давайте. К нам друзей? У нас тут тоже много друзей, кстати. Давайте. Я просто залит, у меня 30 хп, я бы с ними разобрался, но, блин, три удара. Давай, походимся с ними. И все. Базарим. Вон Революшен бежит. Здорово. 5 патрон есть. Давай. У меня всего 2 патрона. О, фига ты ржачный. Ну-ка. А, голый. Ничего, ты там месишься. Шмаляешь. Тихо, да зачем шмаляете? Еще больше зомби привлечете. Нормально. Да все, я уже всех ушатал. Вот это... А, вот, валяющаяся еще херня. Посмотрите на всех. Офигеть. Посмотрите. Маньяки. Бывает. Подожди. Хотите еще побольше зомби? Пошлите к речке, я там отводил их. Я где-то еще ввел, они что-то постеснялись, не пришли. Пойдем они вон возле речки, я там отводил, короче. Еще примерно такая же толпа была. Кстати, за них же опыт дают, точно. Да, за них дают. Фига ты с них поднял. Во, смотри, во, вон они. Тихо. Правда, это половина, другая где-то отделилась, походу. А что это вот там плавает? А где ты видишь зомбаков? Да вон они в воде. А что это плавает? Это зомбаки. Ой-ой-ой, опять. Давай, нормально. Вместе. Они тебя сейчас заместят, палка. Нормально, я опытный здесь. Ай, меня укусили меня. Ты теперь заражен будешь. Не, нормально. Умрешь от спидов. Бабушке на противоядие поможешь. Пойдем искать противоядие. Сколько у тебя хп? 90. 80. У меня 30, я самый залитый. У меня 80. По показателям 20-20 у меня. Хочешь сделать, чтобы ты не мучился? Я тебе сейчас сделаю. Ты видишь, что у меня в руках? Ладно, убирай. А ягоду хочешь? Дай погоняйся. О, дай ягоды, Хочешь ягодки? Давай. Наркотические. Давай. А сам их съел? Не съел? Ну кидай. Ты кинул? И бери ягодки у незнакомцев. Кинул я. Где ягоды? Бабушкины. Где они? А где они? Здесь я кинул. Здесь. Что-то исчезли они. И ягоды. Куда ты дел их? Ол? Они исчезли. Видишь, трава, я здесь кинул. Ну, нет, отойди. Нету тут ягод. Ягоды пропали, негры. Ты их съел, походу. Я не ел. Его там плющат. Посмотри на его лицо, его по-любому плющат. Да, что с лицом? Что с лицом, а? А тут вот должен быть ягоды. Смотри, вот ягоды. А, нету тут ягод. Ничего тут нет. А чё, где ягоды? Я хочу ягод. Может, они меня похилят? Они-то похилят, но... А, вон там должен быть ягод. Не, они не хилят, они только радиацию вроде прибавляют. А, да? Рязан, там вот должен быть. Не, радиация мне не нужна. Давай, короче, Революшен проверит. Он проверял неоднократно. Мясо, что ли, проверять? А, во, ягоды. Черные умирают первыми. Красные ягоды. У нас черных нет. А, ты ж черный. О, смотри, давай. Ягоды держите, ребят. Скажешь, повысилась радиация? Вот, смотри. Ага, еще чуть-чуть. Ты посмотри на него просто. Его колбасит. Да, я съем тоже, ладно. Господи, 30%, идите в жопу. Понятно все. Я не буду есть ваши ягоды. Зажал вот одного. Пошли. А хоть наелся, хоть чуть-чуть? Зато я не голоден, ребят. А, ну все нормально. Зато умру от радиации. Сколько машин. А это что такое? А я когда бью, появляется прицел, типа я что-то делаю. Что такое дрессинг? Тебе не кажется, что это может... Это кто-то строил здесь. Это вроде как бинты из одежды. Да, я хп мало. О, это... Дай мне. Надо кому-то это? Вот это мне надо, да. Нет, вот это, дубинку. Надо кому-то? Мне надо, ну ладно. Так, что, в машине есть? О, ребята! Че? Цветное! Цветное! Все, пошли еще. Офигеть! Ты бы себя видел, у тебя еще лицо такое. Я знаю. Довольно. Неясное. Коповская. И белые волосы, белобрысый. Бля, нет. Я сделал свое отражение в антерне, понимаете? Пошлите. В поисках ягод. Нет, не надо, мне ягод точно я не люблю. Пошлите, я знаю это место, мы сейчас смотрим на другой город. Как я понял, красные это...
Зеленый — это вроде наркота. Попробуй. Не, я не хочу, спасибо. Резан, попробуй. А я хочу. Я что-то очкую. Революшн у нас любит очки. Черный. Ох, пошла, родная. Я-то вы где? Пошлите вон город вроде вдалеке. Пошли город лутать, да. Резан. Я бы скушал, просто я боюсь, что я откинусь, блин, скоро. У вас патроны есть? Танцуешь. Не танцуй, Резан. Ребята, у вас патроны есть к пушкам, нет? О, Революшн, она уже, гляньте, приход, танцует. Что с лицом тебя? Это не лицо, это две сиськи какие-то. Пойдем. Ой, лол. Так. Где вы? А, вон вы. Пошли. Вроде хоть тихо. Блин, мы уже продержались 5 минут, ребята. Это новый рекорд. Рекорд. Смотри, кто-то бежит, я тебя убью. Сюда иди. Где? Уходим от погони. Ты не убежишь. Кто бежит? А, в синем. Это... Тихо, тихо, тихо. Это наш. А, это... Я думал, активный. Че ты делаешь? Один патрон, как у Джека Воробья, я его в каком-нибудь голову сажу. Не надо. Пойдем, запоминай, как мы выглядим. Давай, синим. Я в пончо. Я голый. Ты негр. Я голый. Отличительная черта. Кстати, как ты негром стал? История жизни. Че, тоже это, ягод приняли? Ну бывает, что люди превращаются. Ими не становятся, с этим рождаются. Иди, давайте. Во, городок, пошли лутать. Пошли. Только здесь смотрите, по... если только есть патроны, я... сразу стреляйте во всех, тут нету френдли. О, да, синий. Мы поняли. Красный, синий. Единственный френдли — это НФК был. Да. Но его с нами больше нет. НФК коннект, кстати, можно не написать, не настроить. Ладно. Так, я вот думаю... Маленький что... городок. Постелся, давай. Ребятки, нужно пить и поесть, то откинемся так. Нужно, нужно, да. По процентам будем говорить, у кого больше, тот и будет есть, короче. Меня я этими 30... ягодами... Мне 35-41. Так наелся, что у меня 2% всего. Ты... А радиации ты... сколько? Радиации 68. Нормально. В принципе, витаминки... Исправят это. Залутан на тот щель. Подожди, вижу кого-то. Опа, ребят. Оп, вижу, убиваем. Где? Революшн. Это я, ты чё? Ты чё? Точно. Я с Волыны. Не признал, что ли? Есть что-то? Ой, дальше. Я батарейки нашел. Записки. А записки вообще как читать? На О, да, на Лучше не читай. А тут можно там писать. Резан, лучше не читай. Здесь был... Резан. Ой, убивают. Ой, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дочитались, блин, кровотечение. Нормально почитали, чё за урод? А? Чё за... Так, чё он не умер? Как так? Два раза попал. У него лицо... Ой, я его убил, кстати. У него лицо, как у меня, и да, волосы. Да. Чё, вы опять живы? Я жив, да, но у меня бинтов нету. Резан, ты жив? Вот это обман. А, вот, бинты, вижу. Резан, говорю, ты жив, нет? Я появляюсь. Заново. Четыре, быстрее. Мы тут самые черные из компании. О, все, хорошо, я выжил. А, Революш, ты где? А, я в каком-то городе с водонапорной башней. А я тоже в городе. Ганс, вижу пухи и кладбище. Объяснил, где ты на кладбище, где так зомби. Я твою мосинку взял, Резан. Мосинку. Блин, я два раза в него попал. Там сори вообще сейчас в это, в малине весь мой. Помоги. Иди в жопу, зомби. Тут вышка еще есть такая. На пастах лутацкая. У меня руки дрожат. А ты че, меньше у героя кто-то. Ну, я не у меня, а у чела. Ау. Блин, я весь город на себя согрел, а драться. Алло. Нормально. Идите в баню, ребят. Подождите. Целые. Тише. Кто лезет ко мне? Не лезет. Быстрее бери. А, нормально. Так, все. А, первый раз с этим. На, получай, похори. Так пожать надо что-нибудь. Ягод пожри. Не, мне реально надо что-то пожрать, ибо я скоро умру. И тут на детской площадке дерусь с зомбарями, ребят. У меня ягоды всех цветов, это вообще... Прям по Тарантино прям. А теперь я один, короче, да? А, получай. А, еще один. Ты еще живой? Не, получай. Блин, тут стрельба. Кто шмаляет? Я кстати, прям да, мы рядом все в одном месте, ребят. Вот меня, да. Потому что я тоже слышу стрельбу.
мы все я в одном прям... месте. Но у меня так. 15 хп, мне надо похавать срочно, ибо что-то. Не, тебе надо бинты, хавчик тут не помогает. Ты нас тогда убил? Кто, что? Кто отвали. Кто там, а, точно, бинты. А, офига себе, тут зомбарей. Ничего там, мольба идет. А, Revolution, ты умеешь рвать? Смотри, заходишь в крафтинг, видишь, ага. Ячейка сапли. Подожди, там. Здесь не до крафтинга, здесь потому что сейчас за мной бежит много зомби. Я вижу сапли, но она у меня серая и ничего не делает. Смотри, перетаскивай в сапли одежду и нажимай крафт. Вроде так. Сапли, крафт. Че, бинты, там клочья должен появиться. Так, бинты. Ребят, где вы, где вы? Клос появилась, да. Да, из клочья, ой, ого! Я на военной базе. Из клоса что надо делать? А, два клоча в ячейке сапли опять засовываешь и крафт нажимаешь, бинты. Потом два бинта засовываешь, там будет... Стрельбу слышишь? Да-да-да, слышал. Потом продвинутые бинты и опять эти бинты. Мы все рядом, ребята, надо встретиться. Я тут с оленями развлекаюсь. Я тут, кстати, возле дома, где вас... А ты в красном и синем? Я ни в чем сейчас. Я сейчас голый. Здорово. Ай, помогите мне. Так, дропнем пока что. Я сейчас бинты себе мучу. Пати на военной базе, смотрю. Негры за неграми гоняют. Колючка. Да ты не бойся, я френдли. А ты не френдли, сука! Понятно все, это будет на его совести. Не, ну скоты вообще реальные. Короче, надо, блин, убивать всех при возможности, знаешь? Натягивать улыбочку, а сам так сзади. Думал, тебя все будут это холить или леять. Да походу здесь вообще черти водят. Вечно какой-нибудь лут. Не туда, не в ту игру зашел, Эльдан. Так, зачем прицел? Опа, так. Revolution, как ты выглядишь? Я голый. Сори, это так. Я в синеньком. И красная рубаха? Нет, просто в синенькой фигне. А снова ты, иди в жопу. Иди нахрен, чувак. Так. Ты Ира Такаяны, понимаешь? Так, так, вот чтоб тебя зомби загрызли, скотина. Скотобаза. Кстати, бинты эти не сильно помогают, они... Вот это... тебя YouTube... Ага. О боже, негр! А кто голый бегает? Стреляй! Кто это, кто это, кто это тут голый бегает? Revolution, а это не ты. А, сука, не ты. Сука, ну как же с ним драться-то, если давай он стопоран один удар выносит? Ох, ёлки, я не мать, понял! Ой-ой-ой! Вот сейчас еще раз появлюсь здесь. 13 боже хп. Ты мой. О, все, я убил чувака. Тут рейд зомбарей на меня. Фух. Рязан, твоя мощь ко мне жизнь спасла. Мне что-то не очень. Она помогает. Ребят, я в том городе, где мы первый раз встретились возле корабля, помните? О, мне туда далеко очень. Ладно, я буду слепить. Блин, ну это вообще жесть. 5 минут у нас рекорд, сколько мы продержались вместе. Тут, блин, реально... Залетел с клюшкой. Это жопа. Всех поубивал, пока вы там читали. Мы его не ожидали просто. Так бы. Ну, вижу кого-то. Пойду убью, короче. Задолбали. Я разочаровался, да, в людях в этой игре. Я на маяке. Так, опа, что это у нас тут? На маяке. Без бензина, жаль. Нет, я маяк не пойду. За суицидис опять. Оп, меня зомби убили. А, Рязан, я возле тебя. Походу. А нет, стоп. Это вообще какой-то порт другой. Кто по аэропорту? Я на водном порту, только не возле Рязана. Тут еще какой-то водный порт есть. Стой, ох, сука! Ёпта! Кто в меня стреляет с огнестрела? Уехал. Я слышал выстрел, но я... А, не-не-не-не, вышел. Че у людей за ники? То пукан, то мамка. Вот фантазии вообще. Оригинально зашкаливает у ребят, понимаешь? Люди знают, какие ники надо придумывать. Давид, гляньте, кепок. Охренел. Так. Я возле какого-то очередного водного. Ай-яй-яй, кто стреляет в меня? Кто-то попал. Кто это? Что происходит? Меня невидимка. Меня невидимка. А, меня мамка убила. Понятно. О, и меня, кстати. А, мы рядом. Он нашел что-то. Прям смосонки меня. И все. О-хо-хо! Как скрафтить это, патроны, ты знаешь? Нет. Патроны? У тебя есть пустой магазин?
В Мосинку. В Мосинку? Не знаю. Я знаю, Мосинку, как для Я знаю, как они выглядят. Бонжур клип вроде называется. Да, 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 да. Слушай, а ягоды — это тема. Чувак, ягоды — это больше, чем я. Очень круто. Революшн, я там, где нас с тобой убили. А я не знаю, где. Я в этом городе. Я город какой-то. Ага, понял. Тихо так. Ты, ну зачем? Ну. Ах, опять этот скотина! Сука, он 3 раза меня убивает! Вот. И он появился рядом со мной. Тут, короче, этот чувак, после того, как меня убил, прожил, ну, наверное, ну, максимум минуту. Его кто-то убил. О, я на мосту. Был кто-нибудь на мосту здесь? Ой, лол. Короче, здесь такой мультиплеер адовый. Здесь это просто, я тебе говорю, здесь, наверное, никто здесь больше часа не живет. Да, здесь надо каким-то волшебным образом залутаться в топ просто. Вот. И потом настолько крысится, просто, я не знаю. Тут надо просто сидеть в каких-нибудь кустах, сидеть и выслеживать людей. Ну, просто, когда бежишь по полю, тебя либо кто-то просто так убьет. Я ягоды съем, я хочу посмотреть, как они вообще. Нету лута, снова никого, наступает это не волнует. Ночь, кстати. Наступает ночь. Ой, ягоды, которые заполняют энергию, что ли. Ой, наконец-то хорошо. Я на красные ягодки безвредные, ребят. Да? Нет, красные ягодки, они радиацию прибавляют, посмотри. Нет, у меня не прибавилось. Ноль. Да? Ага. А почему не прибавлялось? У меня есть канистра, можем найти тачку, заправим ее. И... Не, нормально, я ем ягоды, меня вштырило. Где еще здесь? Есть у кого-нибудь тачка рядом? Заправим. Рязан, ты где вообще? Я там, короче. Там. На ферме я. Отдыхаю. Возле чего? Что рядом с фермой есть? Что-то горит. А, машина. Возле маяка, что ли? Нет. Стоп, ты, может быть, возле меня машина горит, говоришь, да? Ну да, там две фермы рядом. Смотри, я фонариком возле машины свечу. Да боже, рандом, не тяни меня к этой базе. Да я тебя не вижу. Видишь горящую машину? Она возле водонапорной башни такой машина горит? А, не. Нет? Блин. А какой? Я в городе с водонапорной башней. Маленький такой. Да, с красной такой маленькой. Да, ну где-то. А, вот я вижу, как... Стоп. Я зомби здесь убиваю понемногу. Давай, я тебя найду сейчас. Это как-то угрожающе звучит. Я найду и убью тебя. IP вычислил. Кем бы ты ни был. Только найду оружие, чем-нибудь тебя убивать. У меня есть лом и молоток. Фига ты опасный. Ну, так, что ты? Наступила ночь. Да. Ого, еще круче. Полицейская униформа. Ого. Я, походу, нашел нашу трупы. What the fuck? Я вообще тебя не вижу. Меня негры бьют, куда? А негры, походу, только ночью вылазят. Ай, паром негры, господи. За что мне такое? Где ты видишь негров? Я не вижу. Рязан, ты здесь? Ай, отстань. Спрашиваю. Что? Кто-то шмаляет, слышишь? ФК пишет в чат. Да, слышу, кто-то шмаляет, но это далеко от меня. Ай-яй. Кто шмаляет? За мной негры бегают. Темно. Парень, да не надо меня убивать. Я понимаю, что ты черный. И это гетто, ты зашел не в то гетто. Не будь таким расистом, пожалуйста. О, так что это у нас? Это мой лут. А вот. Мачете. Так что, Революшн, ты где? Я возле этой башни. Не вижу я там возле этой башни кого-нибудь. Я фонариком тут. Я возле стальной башни, такой стальной. Так, я мачете себе нашел, прикиньте. Мачете, кстати, классная вещь. Ой, боже, да фак. Да парень, не подойди. Я возле этой маленькой красной водонапорной. Смотри, вот тут одна стоит. Я не вижу больше. Я за с фонариком тут... возле красного. За мной негр гоняет. Красная униформа. Походу я не около тебя. Ой, я катану нашел. Ой, елочка. Такое. Катана — это класс. А нет, это броник. Так, ребят, у меня есть теперь катана. Офигеть. Я попытаюсь убить этого негра. Вот катана вообще классная тема. Да, она очень быстро бьет и очень сильно бьет. Ай-яй, резну. Да меня. Где ты, Рязан? Возле... Ой, я выстрел слышу. Я, кстати, тоже слышу. Это я шмалял. А что-то мы рядом, вот опять по звуку. Да меня убили уже. О, вот только... снова слышу. Ой, опять слышал, да. Да, я тоже слышу. Это уже ах не ты, я. Сука. А это по мне, что ли? Или по Рязану? Что делаешь, падла? Кто убегает от зомби? Как он меня бьет? Как ты бьешь? Рязан, я тебя вижу. Да-да-да. Стоп. Как он меня... Вот как он меня на такой дистанции...
А, вон вы, вон, вижу, вижу. Рязан, убегай, убегай, я помогу. На! Рязан, убегай, Рязаныч. Не убегай, я, короче, все, мне надоело. Убегать. Иди сюда, на, тварь. Иду. Рязан, это я, тихо, тихо, успокойся. Вот понимаешь, он меня бил на такой дистанции, вот эти вот пинги, это просто жопа. Да, это пинг. Ну что, это мы, ребят? Да, это я. О, здорово. Я понимаю, что там рейдж. Здорово, здорово, здорово. Все, ого. Нифига себе. Светло как прям. Давай, освещай мне путь. Пойдем, куда пойдем? Туда нам нет смысла идти, пошли. Революшн без фонарика вообще не видно. Я голый, я вообще без всего. И беспалевный, смотри. А у меня, кстати, броник есть, ребят, смотри. Да, я вижу, у тебя броник. Как ни странно. У меня есть канистра, ну, с бензином, наверное, или без бензина. Надо машину найти. И заправить. Пошли в тот город. Пошли канистру заправим в тот город. В этом городе 3 негра на меня накинулись. Пошли, пошли, канистру там заправим. Революшн, на тебе оружие. Я тебе скину молоточек. Ребята, бьем всех, пофиг. Сразу же налетаем. Никаких там на дистанции, потому что здесь пинг. И здесь, судя, как я понял, лучше ты агрессируешь, чем, блин, стараешься отбежать. Вон ломик там валяется, если еще кому надо. Кто отвалился? Революшн, ты тут? Кто все тут? Вон Революшн же. А, пошли, ну, пошли, не знаю, он в скайпе отвалился, походу. Отличная связь с скайпом. А, да, о, нормально все же. Обожаю своего провайдера. Здесь. Давай свети нам, где так, нам. Так, вот, сейчас, сейчас. Ой, зомби, зомби. Я здесь нашел. Вы есть у кого-нибудь кольт? Кольт? Нет, у меня нет. Все, сейчас, подожди, Рязан, я заправлю канистру. Ищите кольт, срочно, ищите кольт. Мы можем в одну машину сесть, а сколько ты можешь сесть-то? 3-4 человека может в одну машину сесть. Ну, только что? Нам машину саму. О, мясницкий нож, все. Что это такое, смотри? Что, где? Буду косплеить Пуджа, ребят. А, это для крафта. А, или это... Слушайте, ребят, буду косплеить Пуджа, смотри. Покажи. Тесак. Опа. Не, классно. Да, Хучок бы еще найти. Есть штучки, чтобы машину ремонтировать. Смотри, это. Давай возьму. Как она называется? Ага. А канистра. Ты умеешь ремонтировать? Я не знаю, как ремонтировать. Там надо это, там надо наборку то найти, не помню. Как с бензином. Вот я нашел. Пошли, найдем тачку. Ребят, есть канистра вот там есть. Да у меня тоже есть канистра, она у меня... Заправь канистру. Я заправил там. А, все, пошли. Смотри, в полицейском уже... Отвалить. Зомбака убить. Да убейте ее. О, пуха! Так, бандажка. Кому бандажка нужна? Ребятки, три патрона. Не, давай, мне бандажка нужна. Ничего ты там пафосно, с пафосной пушечкой. Ну-ка. Дрободанчик. Покажи мне эту малышку. Это вообще на снайперку похоже. На правый прицел. Это какой-то вектор. Это дрободан. Да? Дробовик? Это вектор. Так, ну пошлите, найдем негра. У нас есть фонарик. Пошлите, отомстим неграм. За боль. А где? Нет, у нас вообще основная задача найти машину сейчас. Нам задача найти все, что только можем. Все, что можно. Найти. Одежду и рюкзак. Где там уже Революшн дерется? Да вот он. Не отходи от нас, свети. Нормально, я свечу. Опа. Оп, стреляет кто-то, это уже не мы. О, идем вырезать его. Пошли, примем. Выключи фонарик или будем светить в полиции. Выключай, да, иначе тебя видно слишком сильно. Да тут сейчас. И так оп. Видно. Давай, Рязан, веди меня. Где пойдем. Рязан? Я не понял. Пойдем где? Лучше. А вы где оба? Мы вышли с другой стороны. А-а-а. Я никого не вижу. Я закрою тебя своим бредным телом. Давай. Так. Да нет, тут темно вообще. Пошли тачку искать. Пошли, пошли. Что, город залутали, кстати, в принципе. В тачке есть фары, это классно. Блин, а тут куда нам теперь идти? Я покажу. Направо, давай, направо пошли. По дороге, вот, стоп, по дороге. Что? Штаны. Я возьму сейчас. Дай штаны, я и так голый бегаю. А, ну бери себе штаны. Я тоже голый бегаю. А, у меня нету места, забирай. А, давай я возьму штаны. Так, сейчас я штаны. Сейчас покажу. Опа, ребят. Тихо, кто-то что-то стреляет. Пошли, пошли посмотрим, пошли посмотрим. Пошли примем, ребят. А мы примем? Мы должны. Мы сможем. Банда России. Тихо, тихо, тут же своих убить можешь. Размахался тут своим этим. Я готов убить. Тренируюсь, смотри. Настраиваешься, да? Так, я не вижу, где он. Да может, он вообще не по нам стрелял. Да он-то не по нам стрелял. Это не по нам, да. Вот сюда, да, можем идти, в принципе. Мы выйдем на другой город. О, который... олень. А что ты такой желтый? Не трать потом. А что там желтенькое? Пошли заберем. Что ты такое? Пошли посмотрим. Пошли. Че это? Тернул. Генерал, это генерал. А, это генератор. Генератор. Что с ним делать? Ну он знаю. Каким-то образом... О! Тихо-тихо! Че ты? Ну, он включается-выключается, его к чему-то подключать, скорее всего, надо. Вот так. Блин, сори, не пугай. Да включи его, пускай гудит. Давай, включай. Пугает. Давай, все, поехали. Все, пошли. Тут нам не место. А может он для машины вообще нужен?
Да не, они... какой для машины, он, блин, почти как машина. Ручной генератор, ты о чем? Вон, смотрите. Это же... Где город? Там ферма, а не, это город. Такими генераторами заправляют электричество в домах. Вот тут? Пошли. Так, а вот тут, это такое тут есть место. Лампы, тут есть лампы желтые такие, возможно, их надо подключать к генераторам. Пойдем. И они хорошо освещают, освещают, но их найти еще надо. Пошли. Ты видишь, да, все нормально? Да, да, да. Так. В Расте темнее намного. Ну, да. Но я тебе так скажу, в Расте уже давным-давно обнаружили такие настройки яркости, просто повышаешь яркость. Это что и в Дейзи. В панели, да, и все очень хорошо видно ночью. Нет, сок нам не нужен, отравленный или такой он там заплесневый. Гнилой нам не нужен, да, нам нужен самое свежее. Ага, так. Канистра, топор, я возьму топор. Тима мажоры. В жопу этот тесак. Где вы? А вот, так, вижу революшена. О, тут шляпа. Пойду залутаю вот этот дом. Еще я шляпу еще одену. Так. Так, что тут вообще есть? Так, а это что? Клюшка. Что-то пусто вообще, как будто прошлось. Ну, кто-то лутал уже, наверное. Патрикатчики. Где вы? Я найдете... А, вон революшен. Не, мне не. О, я нашел кольт. Давай, я тебе патрон дам, у меня есть. Одна штука. Зомби за кем-то сагрился. За мной, наверное. Да, за тобой. Все. О, глянь, тут это, оружие-то. Это кого-то убили. О, рюкзак. Это наши трупы тут были тоже, кстати. Да-да-да, нас тут убивали, да. Дай-ка я возьму рюкзак. Забираем, наши. Читали, а где мой рюкзак? Тут много магазинов всяких. Так, да, вот дубинка, я еще ее помню. Рязанский бегали. Рюкзак нам не один уже. Торч, фонарик надо взять. Патроны для М-ки. Берите патрон для кольта кому-то надо. Мне так, мне а чем мне заряжать вот эти вот? Где вот патрон? Где патрон для кольта? А, вот лежат. Это для кольта? Вроде бы... А, да, это Shells называются. Они специально подружены. Как батарейки. Давайте, в принципе, здесь закончим, а? Ну да, мы так подлутались слегка. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся в следующих выпусках. Давайте. Пока.